Хорошая новость для тех, кто привык покупать товары зарубежных фирм по интернету. Федеральная таможенная служба России договорилась с операторами экспресс-доставки почтовых отправлений. Об этом заявил глава ведомства Андрей Вельянинов. Напомню, на прошлой неделе ряд перевозчиков, в том числе такие крупные, как DHL и FedEx, прекратили доставку в Россию посылок для физических лиц. Причиной стало ужесточение правил таможенного оформления. Теперь эти проблемы решены. Служба разрешила проводить оформление грузов по реестру, а не в индивидуальном порядке. Сейчас таким правом обладает Почта России. Стороны также пришли к соглашению, что цена посылок для беспошлинного ввоза в Россию должна быть установлена на уровне 150-200 евро, вес 10 килограмм.